шорт-лист анимационной номинации «Оскара» вошла и российская работа. Это 16-минутный фильм под названием «Мы не можем жить без космоса». Это история о двух друзьях, которые готовятся к путешествию на земную орбиту. Автор картины, петербургский режиссер и художник Константин Бранзит, решил показать тему космоса не с точки зрения развития прогресса. Это рассказ о достижении мечты. В мультфильме есть и юмор, и устремление не только к полету, но и к настоящей верной дружбе. Вот я об этой человеческой связи делал кино. И в фильме, как мне кажется, есть вот это вот ощущение остаточное, что есть тоска и о том, что как жаль, что люди вот так между собой не связаны. Всего в программе «Оскар Шортс» 9 мультфильмов. Их можно увидеть в киноцентре «Премьер» до 5 апреля.